Если с последнего кейса мне выпадет даже обычная Райкваза или обычный Гроудон, то я, ребята, отсосу, честно. Так, кейс уже открывается. Не получилось. Но, ребята, так как вы мои подписчики, не за Гроудона и не за Райквазу, я, можно сказать, бесплатно отсосу, честно, ребята. Давайте приступим. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию открытия кейсов с покемонами, как в CSGO, но только в Майнкрафте. И, ребят, сейчас мы продолжаем находиться на моем сервере, ссылочка на мои сервера в описании, заходите и играйте. А мы, как обычно, по традиции приступаем к открытию кейсов, начиная с серебряного. Да, ребята? А мы продолжаем открывать 3 серебряных, 3 золотых, 3 алмазных и 3 изумрудных кейса. И будем смотреть, что нам все-таки выпадет, какие нам покемоны выпадут с этих кейсов. А, ребята, так, Shiny Dweeble, еще я хотел что-то сказать, сейчас давайте мы вот этого посмотрим. Shiny Dweeble, вот так, круто. Давайте сделаем так. Меня многие просили, мол, Эдисон, сделай большое открытие кейсов, да? Не только по 3 кейса, а сделай там, я не знаю, 10, 15, 20 кейсов. И, ребята, давайте сделаем так. Если мы на этой серии открытия кейсов, сразу же скажу, наберем 800 лайков, то завтра, сразу завтра, выходит большое открытие, большая серия открытия кейсов. Да, мы будем открывать около 10, 15 или 20 кейсов. То есть не в сумме, а 20 серебряных, 20 золотых, 20 алмазных и 20 изумрудных. Все, каждый кейс по 20 штук. Это будет очень круто, и много покемонов мы сможем себе добыть. Но, ребята, зависит от вас. Если набираем 800 лайков, мы открываем по 10 кейсов. Если набираем 900 лайков, мы открываем по 15 кейсов. Если мы все-таки как-то сможем набрать 1000 лайков на вот этой серии открытия кейсов, завтра мы будем открывать еще раз кейсы в новой серии, но только по 20 кейсов. По 20 каждых кейсов. И, ребята, это зависит только от вас. И также хотел бы сказать спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставить лайк, оставить свой комментарий. И также, если ты еще не подписан на мой канал, я буду очень сильно рад, если ты на него подпишешься. Я буду рад каждому новому подписчику, кто на меня подпишется. И, ребята, смотрите, с этого кейса мы получили Shiny Abru. В принципе, нормально, потому что Shiny Abru мы еще вроде никогда не получали. Хотя вроде один раз или... Фиг его знает. Я, если честно, даже не помню, кого мы еще не получали с этого серебряного кейса. Нет, Shiny Litwick'а мы вроде получали в предыдущей серии. Shiny Litwick'а мы вроде уже получали. Shiny Machop. Shiny Jinx мы не получали, я вот смотрю, там пролетело. Shiny Фанпи мы не получали. Мы даже Shiny Eevee, ребята, получали. Shiny Вабу... О, меня уже запалили. Shiny Сваблю. Меня уже запалили, нужно менять дислокацию. А то я не хочу, чтобы, знаете... А хотя вроде... Так, Shiny Magnemite нам уже много раз попадался, но все же. Так, все, все ушли. А то я думал, знаете, когда меня палят, то все сюда сбегаются, просто-напросто смотрят, что я тут делаю. Но все же, я в инвизе, ребята, я в инвизе, но люди могут заметить, что тут кейсы находятся. Если тут кейсы находятся, значит, что-то тут странное происходит. И мы сразу же приступаем к открытию как это сказать? Золотые, а как вот так миленько сказать? Золотенькие кейсы. Ребята, как... а ну напишите в комментариях, как сказать мило золотой, да? То есть, например, подушка, подушечка, да? Вот так, обычно и как-то мило. Как сказать золотой в мило? Как это сказать? Золотой? Золотушенький какой-то. Фиг его знает, честно, ребята. Не буду я себе сейчас мозги забивать, забиваю вам. Напишите в комментариях, как сказать. Потому что мне самому интересно. Напишите в комментариях, как сказать серебряный, золотой, алмазный, изумрудный. В каком-то милом стиле, да? То есть как подушка-подушечка. Серебряный, серебрю, ну, хрен его знает, честное слово. Ладно, не будем
забивать себе мозг. Shiny Totodile нам выпал, Shiny Totodile уже нам выпадал, но все же это крутой покемон. Кто нам еще не выпадал с этого кейса? Shiny Mudkip — это, можно сказать, как ножик в кейсе, в КС-ке, да, то есть он выпадает прям очень-очень-очень сильно редко. И плюс тому он очень ценный, Shiny Mudkip в какой-то степени даже может иногда расцениваться как какая-то легенда небольшая. Shiny Ошивот нам уже выпадал, но все же это прикольно, давайте еще раз посмотрим. Вот Shiny Ошивот и последний золотой кейс. Я знаю, ребят, я вас знаю, что вам наплевать на серебряные, вам наплевать даже в какой-то степени на золотые кейсы. Вам, если честно, очень хочется видеть алмазные и изумрудные. Я знаю, что вы хотите. Ну, в принципе, я согласен, в алмазном редкие покемоны, а в изумрудном легенды и Shiny легенды. Но все же, вот этот, опять Shiny Ошивот, да ты издеваешься нафиг. Опять Shiny Ошивот. Ну ладно, выпал так выпал. Так, давайте это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Фух. Ну что, приступаем к алмазным. Первый алмазный кейс. Shiny Mudkip. Не, Shiny Mudkip уже не может выпасть. Shiny Blissey нам уже выпадало. Shiny Eevee нам выпадал. Shiny Aerodactyl нам выпадал. Я бы Shiny Hundura хотел. Прям очень сильно я бы его хотел. Shiny Hundura. Ух ты, ни хрена себе! Ни хрена себе! Ребята, Shiny Eevee, это в какой-то степени, как я только что сказал, что Shiny Mudkip расценивается как какая-то небольшая легенда, Shiny Eevee это то же самое. Если Shiny Mudkip это какой-то ножик, как я сказал, в КС-ке, да, то есть одинаково в Пиксельмоне Shiny Mudkip, как в КС-ке, ножик. А Shiny Eevee тоже как ножик, но чуть-чуть хуже. Но если до Eevee еще что-то добавить, то можно и выменять себе ножик получше. То есть Mudkip редкими примерами, да, говорю, чтобы было больше понятно для тех, кто играет там в КС-ке, смотрит сейчас это видео с открытием кейсов, но только в Майнкрафте, да, с покемонами. Так, Shiny Eevee это очень круто. Shiny Eevee вот это очень-очень-очень круто. Сейчас мы посмотрим, что там... Shiny Zoroark нам уже выпадала, но я бы был рад, если бы она еще раз выпала. Да вы представьте, что вам в КС-ке с двух кейсов подряд выпали какие-то такие простенькие ножи. Хоть они и простенькие, но все же ножи. Хоть они и дерьмовые, но все же ножи. Это как-то слишком нафиг. Две Shiny Eevee подряд. Ребята, если сейчас выпадает третья Shiny Eevee подряд, что бы себе сделать? Я себе эту ручку со всей силы воткну в глаз и буду пиратом. Я вам даю слово. Я вам даю слово. Если сейчас выпадет третья Shiny Eevee, я со всей дури бью себе в глаз ручкой и выкалываю себе глаз. Я даю слово. Ну, не получилось. Не получилось. Shiny или Kid, ребят. Shiny или Kid. Посмотрим. Опа, Shiny Eevee тоже, если честно, очень классный. Ребят, когда у Эда открытие кейсов выйдет? Не знаю, не знаю. Не знаю, чувак. Ну что, изумрудные кейсики. Изумрудные кейсики. Это... статрековский ножик, ребята, нам выпал. Это как-то даже... Shiny Entei! Две Shiny Eevee подряд! Ребята, что это такое нафиг? Везло бы мне так нахрен в КС-ке, да? В КС-ке открытие кейсов, как тут сейчас. Это охренеть, ребята. Shiny Entei, смотрите. Офигеть. Давайте удивим людей. Давайте удивим людей. Выйдет. Сейчас... О, Эдисон Ку! Эдисон, привет! Так, второй кейс по счету. Второй кейс по счету. Кто нам выпадет? Кто нам выпадет? Shiny Zapdos это дерьмовенькая. Дерьмовенькая красная пушка в КС-ке. То есть тот же Кракен, можно сказать. Save Dof или как он там называется. Дерьмовенькая, поэтому не. Поэтому. Ну, в принципе, за какашку тоже ее можно толкнуть, знаете. Но прям супер-пупер что-то не очень.
Так, последний кейс. Давайте, если с последнего кейса мне выпадет даже обычная Райкваза, потому что Райкваза мне еще никогда не выпадала. Что бы себе сделать? Что бы сделать? Если с последнего... У меня тут есть какая-то штучка, я вам не покажу, что это такое. Я вам не покажу, что это такое. Она у меня тут, под камерой. Если с последнего кейса мне выпадет даже обычная Райкваза, или обычная Райкваза, или обычный Гроудон, то я, ребята, отсосу. Честно. Я отсосу, честно, если мне выпадет Гроудоша или Райкваза. Не верите? Ну, давайте посмотрим. Так, кейс уже открывается. Кейс уже открывается. Райкваза, Гроудоша, пожалуйста. Выпади. Не получилось. Но, ребята, так как вы мои подписчики, я даже не за Гроудона и не за Райквазу, я, можно сказать, бесплатно отсосу. Честно, ребята. Давайте приступим. А вы что подумали, извращенцы? Ух вы, ребята, конечно, какие-то слишком большие извращенцы. Я от вас такого не ожидал. Ну что, никогда чупа-чупс не сосали. Вот вы, ребята, конечно, даете, честное слово. Вы меня разочаровали. Я не думал, что вы такие пошлые. Ну, ладно, ребята, давайте будем на этом заканчивать. Нам выпал последний шанс. Молтрес. Точнее, обычный Молтрес, а не Шайни. А, ребята, если вы хотите, еще раз скажу, если вы хотите, извращенцы, если вы хотите завтра видеть новую серию открытия кейсов с покемонами, только большую, набираем на этой серии сейчас, прямо сейчас набираем 800 лайков, мы завтра открываем каждый кейс по 10 штук, набираем 900 лайков, завтра открываем каждый кейс по 900 штук, набираем 900 лайков, завтра открываем каждый кейс по 15 штук, набираем 1000 лайков, завтра открываем каждый кейс по 20 штук, то есть 20 серебряных, 20 золотых, 20 алмазных, 20 изумрудных. Все это сплюсовать, офигеть, часовая серия, ребята, получится. Но все же, если вы этого хотите, если вы хотите, чтобы мы открыли столько много кейсов, если вы хотите, чтобы новая серия вышла завтра, поставьте, ребята, лайк, я буду рад каждому лайку. Также я общаюсь со своими подписчиками, если вы хотите со мной пообщаться, что-то спросить, что-то посоветовать, ну или просто, я не знаю, просто пообщаться, а пишите комментарии под этим видео, я буду рад прочитать твой, именно, да, в принципе, ваш всех, но твой комментарий, ответить тебе на твой комментарий и также пообщаться с тобой. Поэтому не стесняемся писать комментарии. Также я буду рад каждому новому подписчику, кто подпишется на мой канал. Я приглашаю вас вступить в нашу большую дружную семью, поэтому, ребята, не стесняемся и также подписываемся. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ну твою мать, какой вкусненький. Буду сосать тебя вечно.